ветеранов. Это наша честь, доблесть нашей страны, наши самые любимые, уважаемые люди. К сожалению, многие у нас немножко приболели. Вот Лавровой нет, человек 6-7. Но они с нами, мы посетим одному, поздравим, у нас маленькие сувениры, подарки есть. Вот. Я хотел бы в этот торжественный, преддверии такого торжественного дня предоставить слово нашему уважаемому члену Совета, нашему руководителю нашей, одной из нашей лекарской группы, Серебрякову Валентину Григорьевичу. Нет, это ошибка. Уважаемые товарищи ветераны, мы накануне знаменательного дня, знаменательной даты, Дня Победы, 71-й годовщины со Дня Победы. Подумать только, 71 год тому назад советская армия, советское государство, советский народ разбили фашистскую гадину, победили фашистскую Германию и всех ее сателлитов и подняли красный победный флаг над фашистским Рейхстагом. 71 год. Уже те, кто родились после этой победы великой, уже сами стали дедушками многие и бабушками. Так что ж о нашем поколении говорить, когда в нашем коллективе даже есть люди, которые шагнули за 90-летний рубеж. Надежда Афанасьевна, Екатерина Ивановна, Нина Васильевна, а недавно и Геннадий Борисович тоже шагнул. И вот в начале своего выступления я хотел порадоваться за них, поздравить их всех с этой тоже их маленькой победой, потому что в наше непростое время, это, я еще раз повторю, тоже подвиг. Вот здесь Виктор Иванович в связи с этим даже приготовил некоторые небольшие памятные такие грамоты, и хотелось бы, чтобы он вручил их сейчас здесь присутствующим нашим этим ветеранам. Ну, с разрешения старейшин, как у нас говорят, на Дону, я оглашу поздравительный адрес в честь 90-летия Харитонова Геннадия Борисовича. Уважаемый Геннадий Борисович, управа района Сокол, Северо-Сибирского округа, горячо сердечно поздравляю с днем рождения. Жители ветераны района Сокол знают ваш славный жизненный путь. Ценят вас истинного патриота за значительные заслуги перед Родиной, за службу на благо Родины, что отмечен многими государственными наградами. Вы внесли достойный вклад в организацию и развитие ветеранской работы. Принципиальностью, честностью, заботой о людях, требовательностью в работе, вы заслужили уважение и любовь к себе. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким. Глава управы Бахрум Сергей Анатольевич. По поручению главы управы. Примите, пожалуйста. Спасибо большое. Позвольте себе затягивать ваше внимание. Значит, у нас свершилось такое событие в этом месяце, а месяц был в апреле, у Харитонова, как говорится, супруга, тоже юбиляр. Поэтому Совет ветеранов района Сокол выражает благодарность Харитоновой Галине Евгеньевне в честь 80-летия, а также за работу по политическому воспитанию поколения. Поздравляю. Я специально скрыл вашу дату. Совет ветеранов района Сокол выражает благодарность Лавровой Нине Васильевне за активную работу в течение более 25 лет на благо развития ветеранского движения. От всей души поздравляю ее, передадим, она приболела.
Совет ветеранов военно сопного уже благодарен Шевченко Екатерине Ивановне за активную работу в течение более 20 лет на благо развития ветеранского движения в районе СОПа, а также за работу в туристическом воспитании подрастающих поколений. Да, еще у нас две грамоты. Андрей Мария Васильевна отсутствует, тоже ей благодарность такая есть. И Звонарева, Совет ветеранов награждает Звонарева Юлию Михайловну за активную работу на благо развития ветеранского движения в районе Сокол, а также работу патриотического воспитания подрастающих поколений. Поздравляем вас. Ну а теперь, если вы мне дадите еще несколько минут, я хотел бы продолжить небольшой свой рассказ, посвященный этому дню. Вот сейчас все говорят «День Победы», «День Победы», но никто так этот день не ощущает, никто его так не переживает, как вот люди нашего поколения, которые ни по книгам, ни по рассказам, ни по кино, а своими глазами видели этот день. Эти салюты, эти слезы радости и печали на глаза за великие жертвы. Это они помнят эту страшную войну, эти бомбежки, эти руины, это гибель товарищей. Неописуемо страшные эти годы. Когда на земле империалисты возродили, подняли, родили вот этот фашизм, вот это чудовище, которое охватило Германию, Италию, Испанию, Португалию, то они это делали из-за ненависти к Советской России, к тому, чтобы не дать ей дальше укрепиться, чтобы в ней дальше не развиться, чтобы не показать всему миру, что можно жить по-другому, без диких, богатых и несчастных бедных. И надеялись все эти Ротшильды, Рокфеллеры, что Гитлер, написавший свою «Майн кампф», он пойдет дразнохвостом на эту самую страну, для этого его и кормили, и ему помогали, и чем только им огромные средства вложили. Но Гитлер решил сначала свои зубы попробовать на аншлюсе в Австрии, в Чехословакии. Потом был Мюнхенский сговор, Чемберлен вернулся в Лондон и сказал, что он привез мир, а через некоторое короткое время Ковентри от английских бомбежек лежал в развалинах, и сломалась линия Мажино, Гитлер захватил и Францию. Вот тогда они встрепенулись там, и в Вашингтоне, и в Лондоне, и тогда они стали возлагать надежду на нашу страну. Ну а потом Гитлер собрал многомиллионную армию, причем орда была такая, ведь мы говорим о фашистской Германии, а ведь там в этой орде румынские, венгерские, итальянские, голубая дивизия Дарио, так? Я думаю, все так. И кого там только не было, и вся вот эта орда навалилась на нашу страну. А мы не успели подготовиться. Сталин, помните, говорил, что отстали от Запада после этой семилетней войны, после проигранных двух войн Германии и Японии, на 100 лет. И если мы за 10 лет это не наверстаем, то мы нас сомнут, он сказал. Но не было этих 10 лет. И началась эта страшная война. Первые тяжелейшие годы. Тяжелейшие. Когда навалились, когда 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили и нам объявили, что началась война, песня такая тогда родилась, на мотив «Катюши». Ну, пошло отступление. Много пленных, много страданий, крови, но
Уже была битва за Брестскую крепость, уже были подвиги, и уже Гальдер, начальник штаба генерального, значит, фашистской Германии, писал, что они не ожидали такого сопротивления, что огромные несут потери. И, обливаясь кровью, армия отходила назад, пока наши предприятия, перенесенные за Урал, на Урал, давали эти 34-ки, Илюшинские 2, флёровская батарея готовилась принять реактивные «Катюши» и набирала сил для московской битвы. И она состоялась. Московская битва, 5 декабря 1941 года. Миф о непобедимости фашистской армии был развеян, и они были отброшены на сотни километров от нашей границы. Сталин остался в Москве, в Кремле, хотя все предприятия и правительство было эвакуировано. Московская битва – это Зоя Космодемьянская, это подвиг Матросова, который лег на амбразуру, спасая своих товарищей, подвиг Смирнова, которого распяли как Христа на кресте, вырывая у него военные тайны. Это 28 героев-панфиловцев, где политрук Клычков говорил: «Москва за нами, ребята, велика Россия, но Москва за нами, отступать не можем». И все почти полегли, но сдержали этот танковый налет. А потом опять были трудные времена. Немцы усилились, перенесли направление своего удара уже в обход Москвы. Готовилась Сталинградская битва. Это еще один важнейший рубеж этой нашей великой войны. Миллионы схватились, миллионы. Несколько месяцев за каждый дом, за каждый камень. Сталинградская битва – это дом Павлова, где он, сержант, со своими солдатами дрался до последнего и вызвал удивление у самых, так сказать, главных фашистских начальников. Где Гитлер орал Паулюсу: «Я тебе даю звание фельдмаршала, но стой!» Но не устояли. Не пустили врага за Волгу. Был приказ, последний приказ, не шагу назад. Потому что, как писал Сталин в этом приказе, уже стоит вопрос о жизни нашего народа, жизни нашего государства. И покатилась назад немецкая армия. И Паулюс вышел из подвала, подняв лапки, и потом на Нюрнбергском процессе обещал своих же братьев-фашистов. Он не выполнил приказ Гитлера и не застрелился, хотя многие генералы фашистские уже пострелялись. А потом Курская битва, Прохоровское поле, схватка танковая, схватка, где наши 34-ки побивали и «Пантер», и «Тигров», и всю эту танковую, значит, громаду, которая опять там навалилась и хотела вернуть утраченные позиции. А потом мы тогда так называли 10 сталинских ударов. И эти удары рассекли фашистские войска, распороли их на части. А за океаном в Вашингтоне или в Лондоне все ожидали, что будет. Потому что было сказано у них так: мы хотим видеть Германию в гробу, а Россию на операционном столе. А на востоке сидела огромная и ждала побед немецких японская Квантунская армия. И турки шевелились на юг. И Сталинградская битва показала, что ничего у них не получится. И японцы присмирели, и турки тоже. Так, Леонидович? Все правильно. Ну, говорить о том, как дальше наступали, как была битва Курская, как операции под руководством Рокоссовского, Бородино освобождали Белоруссию, освободили свою землю. И вот тогда, в 1944 году, хотя обещали сразу, открыли этот самый фронт второй. Высадили десант, как вы знаете, со стороны Англии, Ла-Манша, и в какой-то мере уже, да, и на юге там, в Италию, стали американцы подбираться.
И это уже было какое-то облегчение. Но наши шли. Жертв было ужасно много. Особенно тяжелыми были бои у Зеевских высот, уже на подступах к Берлину. Освободили Польшу, освободили Чехословакию. В Польше легло 630 тысяч наших солдат и офицеров. 630 тысяч освободили поляков от фашистского рабства. А сегодня по решению этого польского правительства сносят 500 памятников нашим этим солдатам, отдавшим свою жизнь за эту страну. А всего-то у нас погибло там 1,5 миллиона за Чехию, за Болгарию, которые сразу лапы тоже поднимали и выходили из гитлеровского строя. И, наконец, Берлинское сражение. Шумиловская дивизия вокруг Рейхстага, движение на Берлин, все хотели в Берлин, и Жуков шел, и Рокоссовский шел, и Конев обходил. Ну, трудно описать эту битву, она была, вы знаете, я как-то стоял у памятника у Рейхстага, там памятник был такой, не знаю, сохранился ли он сейчас, он был посвящен памяти тех, кто погиб при штурме Рейхстага. Это огромная стела. У нас там был бессменный пост. Стояли наши часовые у этого памятника, пока войска были в группе войск. В Западном Берлине у нас караулы были у этого памятника и в Шпандау, в тюрьме, где досиживал Гесс. Так вот, на этом памятнике высечено тысячи фамилий. И, ну я не знаю, 80%, а может и больше, это все ребята 26-го года рождения. Это молодежь, самый цвет нашей нации. Вот такие были жертвы. И все-таки взяли и Рейхстаг. Гитлер уже бесился, уже призывал вот таких вот пацанов, помните, фотографии даже есть, где он обходит строй, глядя бешеными глазами на юнцов, которых он поставил умирать за свою эту фашистскую власть. Затопили это метро, погубили сколько людей, были предсмертные уже судороги. И кончилось тем, что отравился, застрелился и жену свою, так сказать, молодую, ее он тоже убил. И Сталин, когда узнал об этом, так и сказал: «Доигрался, подлец!» Жертвы были страшные, конечно. Всего на этой войне наша страна понесла такие жертвы. Около 28 миллионов. Ну, разные называли, 27, 20. Но я на что хочу обратить ваше внимание. Ведь на фронте солдаты, и которые в плену были, и которые в боях, они, было 9 миллионов, а остальные, это миллионы, это мирные жители, которых расстреливали фашисты. Ведь это Гитлер, посылая их, им сказал: я освобождаю вас от химеры, которая называется совестью. Убивайте всех, нам эти славяне, так сказать, не нужны. Вот я иногда думаю, правильно, конечно, что евреи отмечают этот свой Холокост, тоже 6 миллионов погибших, так сказать, считается. Но даже контрибуции получают они от немецкого, так сказать, фейерверковского правительства. Но у нас сколько погибло. Вспомните Бабий Яр. Я видел все эти вот концлагеря. Я был и в Бухенвальде, и в Освенциме. Я видел эти горы детских башбачков, которые остались от убитых детей и сожженных там в печах этих. Как можно об этом забывать? Я не знаю. Ну и что я могу сказать в заключении? Отмечаем мы эту годовщину уже не первый год, а последние четверть века. В особых условиях, конечно. Порой я думаю, что счастье, может быть, и тех солдат, которые сражались с фашизмом и победили его, что они не видели того, что за последние годы произошло у нас в нашей России.
появился опять из ростков фашизма, вот этот фашизм. Вы посмотрите, чего добились они, борясь опять с нашей страной, в каком бы образе она ни была, что они натворили на Украине. Обложили опять нашу всю страну этими базами. Вот сейчас прошло большое офицерское собрание, где приезжали и отставники, и ученые, и специалисты со всех республик бывших советских. Они говорят серьезно о растущей военной угрозе, о военной опасности. И что надо к этому быть готовыми. И те шаги, которые предпринимаются в последнее время наше правительство, ну я о правительстве не говорю, особенно президент, они очень правильные, конечно. И вся эта история с Сирией, она была не только для того, чтобы помочь народу в трудные времена сирийского, но и чтобы показать, что у нас еще есть чем защищаться. Хорошо бы, чтобы эта политика продолжилась и была поддержана какими-то внутренними решениями для улучшения жизни нашего народа. Поздравляем вас всех с этим юбилеем. И действительно, это праздник, праздник с сединой на висках и со слезами на глазах. Всем мы, вот, организация наша, совет наш ветеранский, желаем доброго здоровья, благополучия, успехов, насколько это возможно в наше непростое время. И несмотря ни на что, я завершаю это словами. С праздником, товарищи! С Днем Великой Победы, за которую все человечество, сколько бы оно еще не сохранилось на этой земле, должно низко кланяться нашей стране и нашему народу. Низкий вам поклон, господин Армин. Это было замечательно. Да. Да, я его очень люблю. Связано было с ним, ну только хорошее, правда? Поэтому мы и в том совете с ним работали, в этом совете. И, ну, всегда хорошо везде. Сейчас, сейчас нас пришли поздравить дети. Мы знаем.
обеспечил нашу мирную жизнь, я хочу им пожелать здоровья и радости на долгие годы.